Друзья, всем привет, меня зовут Илья, и вы на канале Малой Плей. Сегодня у нас игра Зомби Апокалипсис. Вышла она в Стиме 15 февраля, то есть буквально вчера. Да, то есть игра абсолютно новая. Вот. И давай посмотрим вообще, что здесь у нас старт гейм. Так, ну понятно, короче, надо всех валить. Ага. Все, понял. И, короче, вот этих нам надо всех валить просто там собрать, я так понимаю. Коврик что-то бегает немножко. Давай. Ага, ну все, это получается даже, не знаю, как стиль игр называется, когда нам просто надо, короче, защищаться, да? Просто стоя на месте. Знаю, были, короче, игры, ну и сейчас есть. Типа там всякие ставишь вышки, чтобы они там до твоей базы не дошли. Вот, в голову смотри, с одного лупит. Так, сильно близко. И вот ты страшная. Так, ладно, тебя, и вот ты последний. Все получается, да? Так. 20 баксов я заработал. А нет, еще кто-то есть. Опа, 21. А, за каждого убитого я получаю $1. Да. Да-да-да, вот теперь вижу. Они, получается, сейчас, наверное, если будут подходить слишком близко, то начнут, наверное, ко мне сюда залазить. Так, ты там далеко пока. Давай-ка я вот этих подстреливаю немножечко. Вчера, говорю, сидел, ковырялся в Стиме вечером. И вот нарвался. Так, на тебе. Подожди, ну 31. А, не, все равно, хоть в голову стреляй. Да, по $1 больше не дают. Окей. А, это что? Ну все, ладно, кончим. Мне пока нечего брать. Окей, идем дальше. День второй. Ага, ну да, второй уровень там. День второй. До уровня там до хера, как я понял. Фонарик не выключается у нас. Да, освещение, конечно, жестко здесь. Так, ладно, давай. Сейчас тебя. Так, ладно. А, через мушку мы метиться не можем. То есть, в принципе, управление здесь только вот мышкой и все. Мышка и левая клавиша. Так, ну-ка, на тебе. То что ж ты? Так, пойдет. Опа, пойдет. Они все такие страшные, вообще трындец. Так, давай. Подходи по одному, разбирай плюечку. На, плюшку тебе. Так, что если какие-то одинаковые? Ага. А, это была вторая волна, сейчас будет третья волна. Или это сейчас будет вторая волна? А, вот сейчас вторая волна, значит, все понятно. А потом будет еще и третья. То есть, получается, каждый день будет новая, ну, на волну больше, что ли? То есть, второй день... А, нет, смотри, первый день... Ну да, первый день две волны, второй день у нас три волны. Пять... Да, если был бы еще прицел через мушку, было бы тоже прикольно, мы бы могли более-менее аккуратно метиться и прям шмалять им прям в щи сразу. Что ж ты? Еще ходит, падла. Держи. Чё-то музыки никакой нету, ничего. Да, бегать здесь вот плохо не можем, тупо стоим на месте. Перезарядись. Да хотя бы вот здесь бы можно было бегать, там на вышку залезть, уже было бы поинтереснее, я думаю. Но, в принципе, с такой скоростью, с какой они ходят, я думаю, можно особо не переживать, особенно когда мы сейчас прокачаемся и, к примеру, там купим себе либо дробовичок, либо какой-нибудь автоматец. Ну хотя, в принципе, смотри, если дробовик, нам придется их подпускать немножко ближе. Потому что дробовик, он же на большой дистанции херовая тема. Вот на близкой дистанции самое оно. Так, в графоне здесь, конечно, не Crysis. Ты
Что ж ты, отдыхаешься? Да. Косоруки я, конечно, жесть. Экс и вот такс. Окей. Так, о, все окей. О, у меня, смотри, тысяча. Стоп. Так. Но этот у меня есть. А, его апгрейдить можно? О, мы его проапгрейдили. Не знаю, что с ним стало, но давай посмотрим. Во, здесь смотри, здесь уже появляется новый зомбарь. Что-то я там не посмотрел. Здесь вот, здесь какой-то новый зомбарек сейчас будет. А, все, у меня здесь теперь патронов больше. Отлично. Фу, как на... Опа. Опа. Вроде как точнее немножко стал, что ли. Но патронов стало точно больше. А, этот быстрее, а не смотри. Ты слышь, ты это, с ножом тут поаккуратней. Вот, ему прикинь, даже в щи, если прописываешь, не с первого раза. Нормально. Уже поинтересней, уже поинтересней. Тихо, тихо, братец. И иди ты сильно-то сюда. Тоже отсюда, и ты отсюда. Видишь? Ты, получается, сколько я ему? Три раза прописал в щи. Это была только первая волна. Вот это уже становится пожестче. Так, ну то это ладно, вы мне по одному доллару даете, это понятно. Мне интересно, сколько мне тот долларов дает? Доллара 2, наверное, дает. Потому что оно всегда в таких играх, кто круче, те, ну, за тех дает больше. Так, ну давай смотрим. 67. Да нет, по доллару, ну нахер туда вообще нужны такие. Да ёпта. Давай, давай, смотри, их больше становится. Опа, 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 братан, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо тоже, тоже тихо. Так, перезаряжай. Нормально, успел отстреляться от них. Так. И тебе на. Так, третья волна. Давай, ждем. И смотрим, что у нас будет. 16 патронов уже был ноль. Считай, в одном магазине. Да что ж ты. Я, короче, вот так вот сразу всех гасить там, пока не видишь, толпой ходит. Да, ну, вот, правда, немножко мышка отводится в сторону. Да на. Так, давай, перезаряжай, перезаряжай. Смотри, много-то идет уже. В каждую метится вот так. Да, короче, какая разница. Давай, 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 перезаряжай быстрее. Ходит быстрее, намного быстрее. На тебе, на тебе, тебе. А че ты сразу-то не сдох? Перезаряжай, этот уже почти пришел. Вот так пойдет. Перезаряжай. А, ну на эрку еще. У нас от клавиши то, что перезаряжается. Так говорю, мышка и левая клавиша, и все. Да сдохни ты уже, что ты быстро идешь ко мне. Слышь, ты меня напрягаешь. Ну вот так вот. Дивей, дивей. Дивей. Да что ж ты, а? Дивей, сука. А ты что идешь сюда? Ну-ка, пошел вон. Ты тоже пошел вон. Кряхтят. На, тебе тоже вщи, тебе тоже вщи. Тебе, тебе. На. На. Ай. Ну как-то смотри, последняя волна самая простенькая это была. Или я уже просто научился. Нормально. 600. Так, ну тут все, это у нас апгрейшн, да? Дробовик, блин, полторашка. Давай ждем. Новых пока нет. Пока все те же на манеже. Давай-ка. Так, 100% наши баррикады.
Да что ж ты ходишь неправильно. Так, ладно, ты далеко, я вот этих пока отстрелю. Что-то он так нагло вообще прется, короче, и все, какую-то песню, прикинь. О, смотри, больше стало. Вот именно вот этих. О, давай вот так вот идите все. Нормально, нормально. Толпой, толпой идите. И перезаряжай быстрее. А, в смысле, он подошел и... Все, теперь я понял. То есть смотри, один подходит, 10% хпшки забирает ножи. Сейчас я дробовичок возьму, ребят, я вас убью сейчас. По-любому. Вас будут подальше, пока вы там идете, сразу там валить. Да-да-да, чтобы вы сюда не подходили. Так, вы эти сейчас более-менее... Сейчас всех загашу. Так, ты знаешь, вообще знаю. Какая разница, можно так пострелять, в принципе. Так, тебе тоже. Ну, тебе прописать надо. То что, что? Не могу. Так, вроде никакую игру не напоминает. Вроде я в такое ни во что не играл. Хотя внешне немножко, но так, чё, похоже на этот, Left 4 Dead, по-моему. Вот эти гравофонии был поинтересней. А тут смотри, тут мне время выстоять надо. То есть если там определенное количество волн было, то здесь, видишь, у меня по времени идет. Мне еще 2 минуты практически надо выстоять. Давай, давай. Опа, 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 опачки. Так, ты давай-ка вот сюда не подходи. Сдохни тоже, тварь. Так, ты что ж ты? Давай, 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 перезаряжай быстрее у меня. У меня и так уже 90 хп. Это сколько? К примеру... Да, примерно, смотри, одна волна в минуту идет. Плюс-минус. Даже меньше, чем в минуту. Так, ну я думаю, вот сейчас последняя волна, и это уже будет все, да? Так, нормально. Давайте сразу вольну, чтобы ты там не отвлекала меня пока. Давай, это что ж ты, а? Да, пульки, конечно, тоже летят не всегда, по-моему, в цель. Или летят, или это я просто туплю. Да, это я просто. Так, 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 вот, вот этих надо быстренько почикать, они конечно что-то слишком близко ко мне. Так, все. На тебе, да, я, хотя нет, сейчас, наверное, еще одна волна пойдет, потому что между ними перерывы-то небольшие. Перезаряжай. Окей, взорвать мы тоже ничего не можем, почему мы не оставляли, ничего не взрывается. Так, чуть больше 10 секунд осталось. Ну я не знаю, придется мне их до конца всех отстреливать, или просто у меня сейчас выйдет время, и как бы я прошел. Нет, а, да, все просто. Окей. О, давай, берем. А, майна. А, потрохи. Давай наберем потрох. На все бабки. Ну, 400 патронов возьмем. Пятый день. О, какие-то псины появились. Так, как у меня меняется двоечка? Ой, щельми. Ага, все понятно. Она, короче, как я и говорил, только на маленьких дистанциях будет помогать нам. Наша волынка новая, да? То есть это уже в тех случаях, когда они будут прям близко подходить, вот, типа вон та вот херобора. А, не, нормально. Главное, смотри, слева сверху вроде, ну, как бы никто не идет. Они вот идут только с этих сторон. Но я так думаю, чутка попозже попутаю оттуда, да?
Тогда мне патроны пока тратить не надо, слушай, на дробовички. Так. Так, три волны у нас будет. Окей. Да, та сторона, видишь, пока... А, нет, не, не, бежит, бежит. Бежит, падла. Давай, ты пока... Я пока тут завалю, я не знаю просто, что это за херня, я поэтому не хочу пускать ее близко. Ого, смотри, их много уже. Уже так, здесь. Да сдохни. А, типа все? Окей. А, мне походу по времени надо было все больше. Ну ладно, так, ее мы тоже можем потом апгрейдить. 700 фонарей всякие, вот это... Там апгрейд у нас десятку стоит. Блин, нам бы бабок они побольше давали, было бы поинтереснее. 75. А, вот, все. Убить 75 монстров. Все окей. 75 монстров. Давай убьем. То есть как только мы их убьем, считаем, уровень прошли. Давай, давай, давай. Налет. Ну, та уже херня бежит здорово. Не знаю, правда, что это за чупакабра. У меня, кстати, немножко похоже на ту хрень из, из Дума. По-моему. То ли из Дума, то ли из кого, но вот она похожа. Давай, 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 давай. Вот, нормально, не добежала. Так, 15 только завалил. Да. Это как бы не радует. Давай, 21, да? Фу. Давай, давай. Ну что, где вы, позорные твари? Всех завалю. Тебя, да, тебя же кто-то оттуда. Ну, не видишь, никогда на большом расстоянии. Даже с пистолетика как-то их тоже не особо. Я ему стреляю сбоку, он назад отлетает. Нормально так. Так, пойдет, пойдет, пока... Хер тоже не бежит. Ну, я, кстати, скажу, на нее особо много до патронов не надо. Я думал, больше надо на нее. Типа она же здоровая, там туда-сюда. Так, нормально. Давай. Фу. О, базар, нет. Нормально. Короче, хорошая штучка. Но пока не будем ее тратить, пока у нас, в принципе, справляется пистолетик. Куда я еще? Да еще. Отлично, отлично. А, кстати, да, вспомнил, какую она игру мне напомнила. Была какая-то игра такой же стилистики, очень старая. Я тогда еще, наверное, в школе учился. У меня был первый компьютер мой. Вот. Тогда как бы с играми тяжеловато еще было. Стоили они, ой, как много. Вот, и были всякие там бесплатные, по-моему. Там тоже вот так вот ты, получается, был на базе, только она была про Вторую мировую, по-моему. Там на зенитке стоял, вот так вот отстреливал пехоту, самолеты всевозможные. Вот, да. Так, так, так что тебя. Так, еще смотри нам, сколько их надо. Еще 9. Ну, что, думаю. Достреляем. 9 штук это вообще фигня. Так, ну правда на автомате с нам, я думаю, пока тоже все равно не хватит, да? Это что, что там? Ну ладно, пойдем. Вот, и она как бы так, это такой же стилистики. Тоже там определенное количество волн всяких ублюдков вот таких вот на тебя нападает. А ты, короче, там защищаешься. Так, вот. Еще пятерочка. Еще пятерочка. Так, тебя я сразу убью. Давай, давай, перезаряжай. Быстрее, быстрее, быстрее. Сука, это же херня могла убежать. Опа, 77 убил. Нормально. А, 1600. Мало черт. Дальше. Сейчас кто-то новый будет. Сохранить. Что-то. Да, ну короче. 5 атак выдержать, грубо говоря. Так,
первый претендент. Что-то как-то вообще непонятно. Так, у тебя я сразу загашу. Там сверху уже бежит, вижу. Что-то его тут уже близко. Ну, в принципе, дробовичок, я думаю, меня тут спасет в край сейчас. Потом, может быть, сейчас уже и действительно пригодится. Пошли нахер отсюда все. Вот так вот. Эй, давай, пойди заряжай. Так. А. Быстро он перезарядил. Просто быстро. Одним движением руки. Шлепс и все. И у нас все полненькое. Да чтоб тебя. Давай. Да, автоматиц нам нужен. Знаешь, если бы еще на дробовике были бы бесконечно патроны, то тоже было бы прикольно. Но хотя это было бы уже неправдоподобно. Хотя, блять, на пистолете бесконечные патроны — это капец как правдоподобно. Видишь, критикал, то есть я ему попадаю в щи, а не убиваю сразу. Еще то, что он типа блатного там какой-то. Че, вот так вот. Все нормально. Тачки жалко не взрываются. Еще бы, знаешь, какие-нибудь билибердушки бы стояли, там, типа, бочек, вот такая толпа идет в бочку. На! И их всех прям просто в крошки. Так. Тут давно, кстати, у меня на канале не было никаких хорроров. Надо что-нибудь интересное посмотреть. Приобрести. Да поиграть в какой-нибудь бешеный хоррор. Да такой, знаешь, чтобы прям аж поджилки тряслись. Так. Сука, добежала тварина. Прикинь, не попал я в нее все-таки. Надо было вот здесь пистолетом добивать. Видишь, я то, что вообще двигаться никак, никаким образом не могу. Это, конечно, плохо. Тебе еще. Так. Это сейчас будет четвертая волна или уже пятая? И четвертая только. Да, слушай, видишь, все становится сложнее и сложнее. Лучше их, короче, бить, пока они там бегут. Чтобы не добегали они до меня. Давай. Оп, тихо. Вот так вот, нормально. Давай, перезаряжись быстрее. Вот так вот. Так, что ж ты, а? Так, тебе и тебе. Отлично, перезарядим. Так, и все, последняя волна, да? Что там с ножом? Он, кстати, быстрее, да, реально ходит. Блять, опять эта херня бежит. Нахер ее правильно, сразу лучше гасить, да и все. Чтобы она мне потом не мешалась. Вот так вот. Так. Так, ёпта, вот так вот. Ну, пойдет, нормально мы их, в принципе, отсекаем всех тут. Да. Так вот подумаешь, если вдруг будет настоящий зомби-апокалипсис, блин, да выживем только мы, геймеры. Мы уже столько играем в это все. Так, ну что, 20 баксов. Блять, у меня даже только патронов нету. Давай проверим, там у меня хоть что-то там будет. Position. Нихера, что-то не понял, что-то по позиции, что-то. А, минуту мне, короче, выстоять надо. Сейчас проверим, то есть у нас 30 патрошков-то есть, в принципе. Нормальная тема.
Опа, давай. Быстро, быстро. Блять, быстро, быстро. Да, не-не-не, дробаш бери. Да. Не, автоматик, конечно, классно. Но что-то это... Тут начинается жопа. Видишь, надо было раньше просто достать дробовичок, и можно было бы стрелять на подлете. Да еб твою... Перезаряжай, вот эту гасим. Давай. Нормально. Так, та пусть пока чуть-чуть подбежит. Так. Давай тебя. Тебя. Зачем я по два раза стреляю? Давай, быстрее. Блять, забежало. Давай. Пошли в очко. У тебя уже просто. А, не-не-не. Капец, мне как-то перезаряжать надо. Перезарядили. Тоже перезаряди. Патронов, конечно, маловато у нас. Ну что ж, у нас 2 минуты осталось выстоять. Вот нормально. Вот, видишь, я тебе говорю, в бок в него попадаю, он назад отлетает. Ну, прикольно, что. Такс. Так. Он тоже морозота пишет. Давай, сюда быстрее. Нахер она мне не надо входит, опа. Давай быстро, быстрее, сука. Вот так вот. Так, ты не должна добежать. Бля, быстрее, ну что ж ты такой? Вот так вот, тут совсем другое дело. Выстояли. Так, еще минута. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний будет трудный, самый. Так, пойдет. Эй, идиот. Добежала, не пойму. О, еще одна. Что-то у вас, ребята, до хера как-то стало. Блять. Так, критиков. Так вот, нормально. Перезаряжайся, быстро. Вот так вот. И тебе. Все, 10 секунд. 10 секунд, я думаю, мы, в принципе, даже выстоим, можем даже по ним не стрелять, да, если не начнем. Ну, хотя, как не стрелять, надо. Это лишний доллар за каждого. Ну-ка. 76 убили их. 538 нам дали. Ну давай-ка, наверное, немножечко намерим патрошков. Вот так, 220 патронов. Потом у нас будет коллаж, да? Ну что ж, ребят, вот такая вот, короче, игра. А, честно скажу, неплохая. Можно спокойно посидеть, время проводить. В принципе, вообще никаких ресурсов компьютера не затрачивается. Игра простенькая, но в то же время очень прикольная. Если понравилась игра, не забывайте поставить лайк под видео, подписаться на канал, если еще не подписаны. Ну, а на этом все. Пока-пока.